Что случится, если я заберу у вас телефон? Я возьму для этого черный фломастер. Нет. Нет. Вот. Тревога. Значит, замеряли, если у человека просто отключаются уведомления на телефоне, у него повышается уровень кортизола в крови. То есть он привык постоянно быть на связи, постоянно потреблять. И тут замолчали. Нарушение динамического стереотипа. Так меня постоянно дергают, а тут вдруг тишина. Опасно. Явно все притихли, потому что пантера идет по следу, так сказать. Вот. Если отбирать вообще паника и ужас –